Друзья, всем привет! Поедем сейчас на рыбалку, вот на этой технике. Косить рыбу. Да не, я шучу. Я на своем прадике. Жду Виталю, где-то едет. Вот. И что, мотор прям ставить и погнали? Нет. Да? А как? Весло на. А, на веслах? Ну, когда забереги уже начнутся. Но... Ох, какая. Глаза голубые. Да, а как зовут? Ева. Ева. Или... Лайка. Это лайка? Что-то не похоже. Да ну, нет, ты чё? Молодая просто. Вот ты сделал. Вот мы вот этим извращенством занимаемся, обшиваем. Ну, для себя так, да? Ну да. Красиво было. Вот сейчас. И будет у тебя рыбацкий угол, да, здесь где-то? Ну, здесь еще ремонт в гараже идет. Там печка стоит, прям такая большая. Ну, чтобы здесь работать. Вот, на две машины. Вот сейчас он возьмет там забродники, возьмет удочку и поедем в тайгу. Видно, что, да, рыбаки занимаются. Скоро, кстати, первый лед, ребята. Ждете, нет? Пишите в комментариях, отгадайте, куда я поеду на первый лед. Может, кто-то угадает даже. Да. Так это, ну, чтобы просто работа здесь, тепло было, да? Ну да. Получается, просто 4-метровая удочка, да? Да. Вот, ребят, таким поплавком будем рыбачить сегодня. Вот на это вот ловят вот местная леска. Я не знаю тут каких лохматых годов, но тем не менее. Ловят. Я на подобной рыбалке был, по-моему, 2 года назад. Вот уже даже не помню, как там что ловить. Взял поплавки, но у меня, мне кажется, большие. В общем, Виталий ездил уже на разведку на вот этой технике и порвал мост. Вот. То есть интересная будет рыбалка. Но мы, конечно, в такие дебри, надеюсь, не полезем. Мне что-то машину жалко, но если надо будет, то двинем. Да, листовый желтый, сколько уже, ё-моё. Так себе. Если глухари есть, наверное, смотри, лес да. Такой. Взял? Нет, конечно. Удочкой будем отмахивать. От медведей-то. Здесь ходит Потапыч. Да? Да. Приехали, что, да? Что, товарищи браконьеры, рыба есть? Да, уже ловит. Рыбачить не умеешь, наверное, нет? Наверное. Ну, сейчас мы попробуем. Пробуй. Короче, приехали мы. Здесь вот такой вот обрывистый берег. А с мельницы не здесь пробовали? Сюда мы вернемся. Вот, мы пойдем сейчас на мельницу. А что мельница? Там была мельница когда-то старая, да? Да, вот туда сейчас мы поднимемся. Прям настоящая, которая от воды работала, да? Там лежневка есть, вот там, да. Увидишь. Вот, и здесь, получается, мы вернемся, или мы уйдем как-то еще дальше? Ну, можем ниже спуститься, но мы вот это, вот, сейчас мы подойдем к мельнице, ага. Она вот она, вот, дорога идет. Это тут местные рыбаки приехали, блин, с ружьишком, потому что тут опасно без него. Виталин рассказывал мне страстей тут. То тут следы видел, то тут медвежата бегуляли, короче. Медведь ходит и сахатый ходит здесь. Че я тебе страстей никаких не рассказывал. Чтобы я только оглядывался. Да почему? Не надо оглядываться. Он здесь местный. Точно есть уже. Эта машина у нас где-то вот стоит. Так, все, выдвинулись мы от автомобиля. Мы туда вернемся в итоге, когда по речке пройдемся. Сейчас нам надо напрямую сократить вот эти повороты реки и начать рыбалку с верхов речки. Вот. Такой вот лес пока что не густой. Вот по нему идем. И скоро начнется. Ну, мы одели вейдерсы, эти болотники одел я вейдерсы. И будем рыбачить.
Вот мельница вот тут. Ага, ребят, смотрите, гнездо орла. Здесь прям в сосне сделал. Наверху. Вон там, наверное, белка либо конница живет. Идем дальше. Здесь вышли на какую-то дорогу старую. Пока пора по ней немножко. Полегче нам идти. Очень люблю осенние рыбалки. Этот лес осенний. Красиво. Желтые листья, красные. Где-то зеленая еще трава. Воздух такой свежий. Ехал вообще минус 2 градуса местами. Ах, супер. Так, пришли мы к реке. Вот она. Ой, вода прозрачная. Это хорошо. Сейчас мы спустимся. Здесь, кстати, ребят, стояла мельница когда-то. Сейчас Виталий покажет, где. Если я не убьюсь к этому моменту. Короче, вон там оно. Перекаты такие. Ага. Лежневка вот так вот лежит. И здесь вот мельница, да, стояла? Да, где-то вот здесь. Или здесь, или здесь. Ага, понятно. Вон там сейчас пойдем, там будет видно. Ну вот Виталий начал ловлю. Вот. Просто-напросто по плесику пускает поплавок. И облавливает. Обловил, перешел. Вот и вся рыбалка. Я, в общем, здесь смонтировал снасть. Она немножко отличается от той, которая у Виталия. Вот. Но я вот как-то ловил в подобных условиях. Вот такая была очень эффективная. В общем, в чем смысл? Тирольская палочка маленькая, легкая, маленький поплавок Виталий дал и две мухи. Вот. Мухи будем разные пробовать. Я подготовил зеленые, черные, фиолетовые. Сопли взял. Вот. Ну и кемриков куча. Надо, чем чаще меняешь, тем больше шансов, что найдешь подходящую. Короче, немножко груз большеват. Сейчас я немножко уменьшу, наверное, если смогу. О, крепкий ножик какой. Есть, есть. Вот он первый, ребят. Смотрю, притапливает и притапливает что-то. А вот. Небольшой, но, по-моему, едовой. Ребята, рыба сегодняшнего дня. Смотрите, какая красота, а? На солнышке. Просто супер. Черная с красным хвостиком, как Виталий говорил. Подобрал я груз. И я раз утопил, два утопил, я ничего не понял. Блин, ну чё? Вот чуть-чуть не хватает, пару сантиметров, чтобы быть едовым. Ладно, отпустим первого. Да, очень классная рыба. Вот видите, с красным хвостиком. Виталий был прав. Пускаем. Пускаем в родную стихию. Ах, красивая рыба. Да, ребят, вообще кайф. Раз утопило, что-то думаю, больно уж резко притапливать. Два утопило, вытаскиваю, нету. Думаю, ну-ка я добавлю глубину немножко, на струю кину. Есть. Не знаю, я прям какое-то счастье испытываю. Самостоятельно Виталий ушел куда-то. Надо его догонять, потому что
Медведи рядом, как говорится. Вон хрюза прям плавают, мелкие такие вот. Вода прозрачная. И вот можно прям вот так. А здесь, кстати, глубину надо уменьшить. Здесь постоянно меняется глубина, то ямки, то вот такие вот эти ровные участки. Виталий тут идет, не это не медведь, Виталий тут поплавочек, они. Так, где, вот он. Ну вот где ты показал, он что-то раз притопил, никак не подсеку, два притопил. Ну вот где ты показал, вот тут, говорит, кинь. Ну. Хорошая струя вот тут, да? Струя хорошая вот здесь. Вода подостыла. Такая свежая. Хорошо подостыла. Но. Вот это на верхнюю взял уже. Короче, вот так вот приходится ловить, то есть пускаешь поплавок вот туда, он там притапливает. А удочка даже не подсечь, подсекать он в сторону надо. Ну вот он весь там стоит, блин. Так вот притапливаешь вообще леску, проводишь и ждешь. Ага, если не зацепишься. Продолжаем мы, в общем, свое путешествие по вот такой красивой таежной речке. Вот, хрюзок попадается мелкий. Вот первого я поймал более-менее. Будет ли крупнее, но будем стараться. Вот, кидаем в струи, много коряк, зацепов. Вот я сейчас оторвал, обновил снасть. Вот, и движемся дальше. Красота, тихо, спокойно, классно. Поклевка была сразу же. Вот здесь вот. Ух ты, как хороший был. Ух, блин, вот это за 23 сантиметра. Он сначала тюкнул. Блин, а, жалко. Давай еще один. Фига он притопил, видал, что на полметра туда прям. Сразу видно, что нормальный хрюз. Бобры пытаются вот здесь плотины всякие создать. Уровень воды тут чуть-чуть поднимется, там чуть-чуть поднимется. Вот струя хорошая. Но там сейчас муть от меня пошла. Надо, наверное, дождаться, когда это все кончится. Попробовать плавить, пока вот здесь можно. Есть. Да, так и знал. Несмотря на муть, он все равно есть здесь. Ребята, вот такие вот хрюза попадаются. Ну, мелкие, конечно. Но один сошел, прям свечку сделал хороший. Ой. Пускаем. Здесь хорошее место, сейчас еще попробую. Прямо вот здесь.
продолжает перемещаться, что-то поклевок все меньше и меньше становится. И таких плесиков меньше. А Виталий что-то куда-то пошел обходить вот по этому покосу и пропал. Странное чувство, особенно сейчас выстрел был какой-то. И непонятно. С одной стороны, конечно, хорошо, что ты не один. Кто-то есть с ружьем. Но... Ну, непонятно, кто стрелял и что там хрустит. Что-то птички что-то заволновались. Хорошая избушка, модная. С той стороны баня, нахуй. Ёпта, внутри жизнь. А вот стреляли, может, сейчас? Или ты здесь уже прошел? Нет, я здесь уже был. Ну, рябчик пищал, я слышал. Может, рябчика завалили? Тут рябчика, ебать. Короче, пришли мы перекусить. А что ты суп будешь варить? А? Суп варить будешь? Да ну, нахуй. И, в общем, это самое, вот такая вот здесь изба, модная вообще, навороченная. Вот сейчас посмотрим, что тут она из себя представляет. Должна быть открыта, она свежая вообще абсолютно, недавно поставили. Чердак, ну еще не доделала, но, тем не менее, нифига, металлическая дверь. Вторая, вот это уровень. Это да. Слушай, ну даже пластиковые окна, ё-моё. Да уж. Короче, жить можно, печка огонь. Либо через аккумулятор света, смотрю, он две клеммы. Вот, сейчас какой-то здесь нет лампочек. Наверное, 12 вольт провели. Нормальная изба, нормально. Ну и поспать можно пятером даже, наверное. Но это еще не все. Вот это с этой стороны баня. Представляете, уровень сибирских рыбаков, охотников. Ой, далее. Печь, камушки, бак с водой. Хоть сейчас прям растапливай и мойся, и сразу в реку. Вот это да! Уровень, да? Смотри, наверху что-то еще? Да. Так а там что, для сна или что там наверху? Там еще не доделано. Ага, интересно. Да, какой панорамные окна, блин. Ё-моё. Ну что, мы сейчас перекусим. Наверное, я взял сало, колбаска, сыр у меня. Что у меня тут еще есть? Пойдем дальше. Что там, есть еще места-то, да? Да. Самой деревне можно. Подписчик у меня есть Златоуста, вот делает сам ножи, вот мне прислал в подарок несколько штук. Один я попросил вот короткое лезвие, ну так колбасу, сало что-то порезать на рыбалке, что-то ветки там срубить мне хватает, не люблю я большие тесаки. Вот и Виталий подарок тоже сейчас сделаю, подлиннее немножко ножек. Вот, если что, ссылка есть на канал, как изготавливает этот человек, в описании. Эти куда-то вниз, видать, пошли. У меня подписчик ножи делает. Это не якутский? Нет, не якутский. Тебе подарок. Да ну? Да. А он мне прислал несколько, даже с паспортом, представляешь? Нихуя себе. Сам делает, короче. Да? Златоуст, Челябинская область. Я вот маленький попросил. Ну а чё, нафига тесаки такие якутские носить, да? Назад вернулся, короче. А у него это, лезвие толстое, блядь. Угу. Сегодня тепло, да? Ну. Следующий замес. О, пусть стоит.
Ну что, мы заканчиваем перекус. Такое вот сальце получается. И сейчас двинем дальше. О, рябчик где-то пищит. Положить или что? Ну вот он немножко, получается, побольше. Это, видишь? Ну, вроде ничего тогда. Ну да. Пойдет. Мне нравится, что маленький размер. Острый. Так, ну что, выдвигаемся, получается. Дорогу. Искать хрютонов. Все, поймал? Опа, эх ты, блин, нападение. Ай. Есть. А первый сошел сейчас. Но. Ух ты, прям вот здесь. Прям вот, прям под ногами. Мелкий был, конечно. Опа! Вот он стоял прям под деревом. Вот, а ты говоришь, не ловится. Ха-ха. Решил это пропустить чуть-чуть. А? Пропустить чуть-чуть решил, а он тут стоит. Может, еще один будет. О, я же сказал. О, нормально. Вообще хороший. Говорю, перспективнейшая яма. Все перепуталось, прикинь. И один фиг он это все схватил. Кучей. Вот это жор. Вот это серьезный зацеп. Тут глубина, наверное, капец. Всё. По грудь. Попробовать. Место испортил. А, у тебя пауэрбанк там? В этом. А? В капюшоне? Ну. Да. Что, до капюшона дошло, что ли? А? До капюшона дошло, что ли? Так, ну, в общем, сегодня рулят, как, в принципе, Виталий говорил. Вот я, кстати, вот такой кейс, это мне еще Руслан Сергеевич подарил от какого-то там прибора для губ, что ли, девушкам делают эти ботокс, или как он там называется. Вот, в общем, подарил такой вот кейс, и я сюда вот устанавливаю разные мушки, здесь у меня куча всяких принадлежностей. Вот, сегодня хорошо работает черная, в принципе, как он и говорил, именно с красной точкой. Вот у меня, к сожалению, не осталось, наверное, еще одной. Ну, вот примерно вот такие цвета хорошо прям работают. Вот. Также я повесил еще темный фиолет. Тоже нормально, нормально прям. Вот. По кембрикам Виталий ловит на обычные вот такие вот кембрики маленькие. И тоже нормально. Ну, хариус мелковатый, конечно. Вот. Ну, здесь, я не знаю, будет крупнее, нет, будем сейчас искать. Ух ты, я прям его видел, прикинь. Да? Да. Он прям поднялся за верхнюю муху. Вот это да. Тенью прям так, ущух. Ну,
Ну тут у меня клюва. Ну да, я видел. Я поэтому решил бросить. По идее, длинный груз. Опа, вот он. Все-таки обманул я его. Он же как это, скользит, идет. Ну да. По идее, он не должен так цепляться. Вот такое, ребята, такая рыба клюет у нас. Прям почти на стоячку. Отпусти, да? Ну а что, мелкий? Я-то пройду. А, блядь, ладите, я. Как-то я тоже пройду. Пюски вон убегают. Ага. На корнях. Ох, ребят, какая красота, а. Фух. Речка Хорюзовка. Не, а? Нет. 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 Опа, вот сейчас увидел. Ух ты, хороший. Только сказал. И клюнул. Короче, Виталий спрашивает, поклевку, говорит, хоть видел? Я говорю, нет. И он бах, и есть. Ты прозевал, блин. А? Прозевал такую поклевку. Прям утопила и держала там. Вот он. Вот он. Все-таки доел. Все-таки доел. Глубоко тут посередине-то. Хера себе. О. Тут хороший. Эх. Что, ушел. Так, а прикинь, зацеп. Я такой чуть-чуть поддернул его. Он меня мел под корягу. А это Хариус был, оказывается. Класс. Так, ну что, предлагаю тогда закончить. Давай. Крупнее вряд ли что-то будет. Да туда еще травы больше. Ну, там сейчас река все болотистее и болотистее. Ой, клюет. Ух ты! Только сказал, что пора уходить, и они очухались, да? Смотри, я там несколько раз провел. Отцепи. Ух ты, видал что? Видал что? Нет, на муху верхнюю все-таки. А я думал, убийца Хариус сработает. Так, давайте кину, чтобы попроще это. Попроще. Так, все, закончили мы рыбалку. Убираемся. Машина тут рядом. Короче, сделали мы такой турне по тайге. Ну, Хариус не крупный, но интересно, поклевывает все равно. Все, мы поехали, короче, домой. Такая рыбалка. Короче, начерпался, да? Ну, что же.